И чего вы тут добились? Вы канцлер Германии. Сказали, что сфера влияния придвинулась. Чья именно сфера? Это ведь НАТО придвинулось до границы России. Эта сфера НАТО придвинулась к границам России. И какова цена этому? Теперь молодые мужчины гибнут, как украинцы, так и русские. А в геополитическом плане вы загнали Россию в руки Китая. Россия всегда была европейской властью, а вы ее загнали в объятия Китая. И не смейте только говорить, что вас не предупреждали. Русские еще 15 лет назад предупреждали. Тогда еще Путин говорил здесь, на этом месте, в немецком Бундестаге. И вы все хлопали в ладоши. Затем он в 2007 году предложил всем нам общую архитектуру безопасности в Европе. Но вы сказали нет. Еще месяц назад немецкий генерал предупреждал вас об этом. А вы его за это уволили. Вы игнорировали все предупреждения. И результат этого – война в Европе. И вы также в этом виноваты.